Еще вчера их называли школьниками, а сегодня они являются студентами статусного вуза. Освоиться и успешно влиться в дружное студенческое сообщество помогает первокурсникам Елабужского института КФУ в Центре психологической помощи образовательного процесса. Данные тренинги включают всевозможные активные методы вхождения в групповую жизнь. Плюс, естественно, это тренинги на командообразование, какие-то задания на командообразование, это самопрезентация. Желание позиционировать себя может быть несколько с иной стороны, чем данный молодой человек, да, чувствовал себя в школе или в другом каком-то учебном заведении, в иной социальной среде. Ну и, конечно же, это поиск друга. Как говорят участники тренингов, в ходе занятий однокурсники раскрываются с другой стороны. Сегодня я больше узнала о своей группе, узнала, кто чем увлекается, и почувствовала, что мы действительно единая команда, единая группа. Я узнала и что-то новое и о себе, когда девочки представляли меня в какой-то клуб. Я узнала что-то новое о других, чем они увлекаются. Даже вот эти вот стеснительные девочки, они не промолчали и сказали что-то новое. Я узнала новые увлечения и знаю, что теперь я могу с ними нормально и хорошо общаться. В течение всего учебного года в Центре психологической помощи образовательного процесса студентов будут обучать искусству самопрезентации и правилам эффективного взаимодействия в коллективе. Аделя Мухаметшина, Екатерина Сайбель, Денис Сипайлов, Универньюз.